Человек. Это видео или фото? Когда человек соприкасается с обществом, да, контактирует, коммуницирует, мы все равно хотим этого или не хотим, надеваем какую-то маску. И в зависимости от того, сколько обществ мы посещаем, скажем, сегодня я работаю здесь, завтра у меня там вторая работа там, это другие люди совершенно, может быть, даже другой класс общества. Там по воскресеньям, скажем, приходишь куда-нибудь в третье общество и так далее. И в каждом обществе у тебя ты сформировал для себя какой-то образ. По этому образу тебя узнают, знают. Вот именно этот образ, который ты сам и построил. И ты совершенно, то есть ты каждый раз, когда вот накануне того дня, когда прийти в какое-то общество, сидишь и думаешь, ага, завтра я иду туда, я говорил то-то, то-то, у меня такой-то образ, и я должен его придерживаться. Начинаешь вспоминать, что можно говорить, что нельзя говорить, так, что я от них скрывал, что они уже знают. И вот это постоянно из общества в общество, когда ты прыгаешь, ты надеваешь какие-то маски. Потерять себя – это значит так войти в какой-то образ или так, ну, не часто менять маски, а именно войти в образ. Вот, потеря себя – это настолько… это полное вхождение в образ и неумение выходить из него. То есть я сейчас выйду отсюда, да, я там совершенно другой человек, может быть, буду. Если я не смогу этого сделать, то я уже потеряюсь, заблужусь в своих этих образах и заблужусь, да. Человек сам есть вот, скажем так, автор, есть персонажи, которые он сам себе придумывает, да. И есть авторы, и в литературе таких много авторов было, которые потеряли себя как человека, вот как человека, личность с паспортом, и полностью расплылись или там, как это называется, растворились, да, в своих вымышленных персонажах, там, Селлинджер, скажем, да, Селлинджер. Он писал, и все, он, для него семья уже своя стала не особо важна, для него были вот его персонажи гораздо главнее. И он... Много людей чувствуют себя комфортно, когда... Может, они не осознают, что потеряли себя, что? Заигрывают. Ну да. Либо настолько потерялись в своем образе, что уже забыли себя, и, собственно, не испытывают дискомфорта, что они потеряли себя, потому что не помнят себя. А те, которые помнят себя... Я думаю, все равно получается как-то возвращаться там, когда домой приходишь, ты это ты. Да. У меня получается пока, да. Вот. Чего и вам желаю.